На сцене молодежного центра «Химик» элита студенческого спорта Омского региона. 23 мая свои заслуженные награды получили победители и призеры спартакиады учреждений высшего профессионального образования. Соревнования проходили с сентября 2012 по май 2013 года. В комплексном состязании приняли участие спортсмены 13 вузов региона. Такие соревнования нужны для того, чтобы встречаться с друзьями. Не знаю, у меня вот в каждой команде есть знакомые, подружки, друзья. Спорт спортом, но после игр мы всегда там поговорим, пообщаемся. Это очень интересно. И опять же, ну, должны люди заниматься спортом, поэтому нужно проводить такие соревнования. В завершающемся учебном году студенты омских вузов соревновались в 18 видах спорта. Кубки, медали и дипломы Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области призерам вручали заслуженные мастера спорта, знаменитые омские тренеры, лучшие спортсмены Омского Прииртышья. Я очень рад за ребят, которые достигли своих поставленных целей. Я вообще рад за студенческий спорт, что он развивается, и желаю ему развиваться дальше. В нашем регионе успешно работает и выпускает дипломированных чемпионов Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. И вполне логично, что представители спортивного вуза собрали большинство наград областных соревнований и завоевали абсолютное первенство в командном зачете. Эти соревнования все время приносят кучу положительных эмоций. С каждым годом бороться все сложнее. Команды всегда очень тщательно готовятся к этим соревнованиям. И мы очень тоже всегда серьезно подходим к этим соревнованиям. Ребята, те, которые занимаются спортом, помимо того, что у них основная задача учиться, я считаю, что действительно за ними будущее. И мы сегодня планируем еще вводить дополнительно другие виды спорта, которых нет именно в спартакиаде наших вузов. Поэтому считаю, что вы видите огромное количество команд: и волейбол, и баскетбол, и легкая атлетика. Все ребята, кто занимался в школе, кто занимался в спортивных школах, они поступают в вузы, не обязательно в наш физкультурный вуз, который мы закончили, и они также продолжают заниматься. Первое место в общем зачете среди неспортивных вузов заняла команда Омского государственного технического университета. Серебро досталось атлетам университета путей сообщения. Третья ступень пьедестала в этом году за спортсменами из Аграрного университета.